Доброго здоровья, посетители канала. Очень такой больной вопрос, как организовать свой досуг, чтоб тебе, ну, было интересно жить. Ну, тем более сейчас время такое, если раньше можно действительно было куда-то поехать. Теперь это пандемия, туда не пускают, тут надо какие-то паспорта предъявлять и прочие проблемы. Море отпало, как бы сказать, можно впасть в депрессию. Многие любят впадать в депрессию. Лично для меня это очередной повод для того, чтобы решить этот вопрос. Нету моря, невозможно туда поехать. Ну ладно, зато есть турбазы, турбаза рядом, прекрасный бассейн, в котором можно искупаться. И причем отнестись к этому, тем более сейчас у нас что? Бархатный сезон. К бархатному сезону. Ну, несмотря на то, что там похолодало, ну и что? В бассейне вода подогревается, отлично. Осталось только, знаете, поднять свою попу, доехать до этого места и покупаться. На море нельзя, но зато сюда там можно. Вот я один плаваю. Видите, никого нет. Никого. У меня такое впечатление создается, что вот это мой бассейн. Вся эта турбаза моя. Потому что люди думают, ну как-то по-иному они вот ко всему этому относятся. Поэтому таких уникальных людей, как я, единицы. Которые из того, что есть, организует свою жизнь. Нету моря, бассейн. Нету машины, нету этого бассейна. Ну ладно, вот как я гуляю вокруг своего дома. Гуляю каждый день и доволен. То есть важно найти вот это вот довольство. Довольство найти и организовать свой быт так, чтоб тебе нравилось жить. А не то, что там нету, это нельзя, у меня нет денег, у меня нет еще чего-то, у меня еще ума не хватает. Вот это самое важное. Не хватает ума. Поэтому и прозябаем. Есть ум, и даже самого простого, вот ничего нет. Можно себе организовать очень интересную жизнь. Найти такие, будем говорить, жизненные якоря, которые вам интересны. То же самое касается и творчества. Вот я сейчас никак не могу организоваться вот в творчестве. Ну, как бы сказать, вот в том, чем мне нравится. Вот вроде бы я веду канал YouTube, но он у меня не получается так. Ерунда какая-то. Особенно если взять в материальном отношении так это. Веду. И вот с этого перейти на нечто другое, ну, допустим, на те же написания книг, на то же там написание там чего-то там другого, календарей, только развернуться в своем сознании надо. Только развернуться. Поэтому разворачивайтесь в своем сознании. А пока! Посмотрите, как я купаюсь в бассейне. Один. И знаете, вот благодарю Всевышнего за то, что он мне предоставил мое пользование бассейн за каких-то там 200 рублей. За то, что я могу тут купаться сколько угодно. За эту природу, за эти блага, которые
предоставляет вот этот комплекс. А остальным он почему-то оказался не нужен. Ну, вот такая какая-то беседа. Концовка. Старайтесь организовать свою жизнь интересно и с выдумкой. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я
не прошу у вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.